Всем доброе утро. Понедельник, Лазаревская. Народ уже загорает даже частично. Людей много. Может быть, судя по всему, кто-то даже плавал. Приходят семьями. Если честно, давненько с утреца пораньше. Ну, не пораньше. Часиков сейчас в районе 9, наверное, уже. Давненько я не видел столько людей вот именно утром на пляже. Даже в 10 часов, когда приходил, людей было гораздо меньше. По-прежнему на берегу валяются чьи-то труселя. Они тут по пляжу гуляют. Водичка чистая. Ух, там рыбок сколько много. Целый такой косячок рыбок. Море чистое. Ну, я бы сказал, на 98%. Бывало, что оно прям вообще прям как слеза. Сейчас нет. Не слеза. Легкий ветерок, который не мешает, абсолютно не мешает прогулкам по пляжу, по набережной, светит солнышко, ну, в общем, весна. Вообще-то я надеялся, что март будет именно вот приблизительно таким, но, вы помните, март был чуть-чуть, даже совсем не таким. В то же время, когда смотришь прогнозы погоды, то понимаешь, что завтра нас ждет совсем другая обстановочка. И, возможно, даже солнышко не будет. Не будет даже так тепло, как сегодня. Сейчас вот порядка 18 с копейками. Очень даже возможно, что будет всего лишь 10 градусов. Но, опять же, это по прогнозам. Вечером постараюсь услышать мнение Александра. Он никогда не ошибался. Ну, а после этого ролика вас ждет хорошее известие. Маленький такой анонсик. Покажу. Радостная весть, так сказать, для гостей Лазаревского. Вот такая обстановочка на пляже. Всем доброе утро. Всем пока.